Всем привет, хорошего настроения и приятного просмотра. Наконец-таки руки дошли до игрушки Wasteland 2. Вот друзья многочисленные в нее играли и порекомендовали поиграть и мне. Перед нами RPG старого образца, старой школы, старой закалки, со всеми вытекающими из этого последствиями. И она у нас с тактическими боями. Все рекомендовали. Вот. И я решил к первому своему любительскому прохождению этой игры подойти нестандартно. Собрал и пообщался с друзьями. Вот. Целую неделю мы с ними собирали, ну, те, которые отозвались на мой призыв, создали персонажей. Вот, потом немного подкорректировали их, для того, чтобы они хоть как-то могли вписаться в группу. И на сегодняшний момент у меня представлен я, Аполло, моя жена Злобис, Рома, Ром, Костя, Nine Inch Nail, и Дима, Хару. Вот, скрупулезно подобрали всем картинки, те, которые хотели. Вот, всем картинки понравились. Вот, теперь эти картинки, аватарки будут принадлежать им. Итак, традиционно можно создавать нового персонажа или выбрать из уже существующих. Ну, соответственно, я буду проходить своей командой рейнджеров, созданные из реальных прототипов друзей из реальной жизни. Вот. Долго был у меня выбор. 5 друзей и 4 персонажа. Кого-то взять. Вот. Я долго думал, размышлял. Вот. И, Рома, извини, конечно. Вот. Ты у меня брутальный. Если тебя посмотреть, ты у нас пользуешься и дробовиком, и прям пиротехникой, затирой, и атрибуты у тебя замечательные. Но если посмотреть на твое био, вот, я начал очень сильно сомневаться, что после прохождения игры, которая началась после апокалипсиса, я не стану ревновать. Неважно, что это игра и все это виртуальное, но, прости меня, но, Ром, я решил тебя на первое прохождение не брать. Поэтому вместо тебя, крутого и брутального, начитанного, образованного сибирского мужчины, вот, я поставлю себя, более скромного, менее остроумного, начитанного, вот, буду я. Ну, второе место в команде у нас займет тогда моя супруга Злобис. Потом мы возьмем Димку. Он принимал активное участие, консультировал. Мне, что больше всего понравилось, про игру мне мало что рассказывали, для того, чтобы не раскрывать все секреты, и интерес у меня не пропал после создания персонажа. Поэтому еще раз огромное вам всем спасибо. Пользуясь случаем, соответственно, огромное спасибо и приветы Роме, Диме, Косте, ну, еще некоторым, с которым мы попытаемся еще создать персонажей, потому что более чем уверен, с первого раза вряд ли мне удастся пройти игру. Хотя у нас уже есть представитель, это у нас Костик, который прошел. Вот его мы и возьмем. Итак, у нас получилась вот такая вот команда с красивыми картинками, более-менее похожие на те, которые мы представляем в реальной жизни. Вот у каждого у нас распределены уже атрибуты. Вот себя я поставил. Ну и вообще как бы мы отталкивались от того, что все с высшим образованием, не глупые, поэтому интеллект мы ставили на 8. Вот и от этого дальше отталкивались, распределяли силу, удачи, кому по жизни везет и не везет. Ну, я звезд с неба не хватаю, поэтому удача у меня совсем плохо.
Но с харизмой у меня получше, потому что вокруг меня, в принципе, люди объединяются, им интересно, меня слушают. Харизма — это как раз то обаяние и привлекательность рейнджера, в данном случае меня, которая позволяет удерживать на себе внимание собеседника и продолжая с ним беседовать. Вот. Ну и у каждого у нас описание. Соответственно, описание есть у всех, и в процессе игры можно будет более детально посмотреть, нажав на паузу в тот момент, когда будет появляться эта степень активности с моей стороны при изучении. Итак, еще раз напоминаю, что прохождение у нас любительское. Я буду внимательно смотреть и пытаться проходить с первого раза, по возможности не переигрывая, если уж прям совсем не критично. Будем придерживаться традиционной нашей схемы поведения в играх. Идет так, как оно идет. Что-то наподобие типа Iron Man. Вот. Так, ну что? Вроде вводную рассказали, долго не останавливались ни на атрибутах, ни на всем остальном. В процессе узнаем. Единственное, что я могу сказать, значит, у нас супруга заботливый медик. Вот. Что у нас еще? Димка у нас, соответственно, снайпер по атрибутам. Вот. И Костик у нас, получается, любитель энергетического оружия, и так как айтишник, соответственно, все, что связано с компьютером, будет в его видении. Ну и, как он мне сказал, он харизмой и удачи попросил как бы в ноль. Но мы-то знаем, что в ноль она не ставится, только единица. Минимальный ее показатель. Вот такая, вроде бы, неказистая команда, состоящая из трех мужчины и одной женщины, связанные узами брака с одним из персонажей, которого олицетворяю я. Вот. Ну что, приступим. Это была вводная часть. Вот. Начнем играть. Выберем уровень сложности. Не, ну, не, я не такой, как поется в песне. А я не такой, а я не такой, а я не такой. Вроде группа рейнджеров, значит, все будут рейнджеры. И начнем играть. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would
die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Айс родился мужчиной и умер рейнджером. Так, ну, по цветам приятно. Крепкий бородатый мужчина, видавшим в виде. В форме старой ковбойской шляпы генерал Варгас опирается на трость, но вовсе не беспомощен. На бедре у него револьвер с перламутровыми щелчками, на столе которого множество зарубок. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a Desert Ranger. Так, ну, не знаю, получится у меня все тексты читать. Вот, текстов будет очень много. Постараюсь не залипать на игре и как бы внимательно. Стрим, наверное, который идет в прямом эфире. К сожалению, второй монитор у меня сейчас не работает, поэтому чат я не вижу. Вот. Скорее всего, для записи будет. По возможности, если есть какие-то пожелания или замечания, предложения, я с радостью отвечу, послушаю и приму во внимание. А сейчас медленно начнем как бы разбираться. Вообще у меня как бы первая серия, наверное, получится такая скомкатая. Вот, очень много эмоций, переживаний. Очень сильно переживаю, боюсь начать играть. Вот, потому что, как бы, все-таки, как-никак, эти виртуальные люди, прототипы реальных людей, как я уже говорил. А в игры подобного плана, ну, я не имею в виду тактические бои, все мы знакомы и с XCOM, и с другими не менее известными игрушками, типа Jagged Alliance и тому подобное. Но вот именно эту тематику, которая связана с постапокалипсисом, я еще не играл, поэтому очень много ожидаю от игры. И от... В общем, много всего ожидаю. Вот. Прям, не знаю, разволновался. Так. Варгас. Генерал очень рад, что мы пришли попрощаться с Эйсом, хотя его не знали. Это очень кстати, потому что первым заданием в роли рейнджеров для нас станет расследование гибели Эйса. Кстати, прикольно было сделано, художественная съемка, да, которая прям заканчивается на том, что начинается непосредственно в игре. И слова хорошие, конечно, были написаны на крышке гроба.
Итак, задание и Эйс. Как именно погиб Эйс, сэр? Как именно погиб Эйс? Эйс пытался обнаружить источник слабого радиосигнала, который недавно привлек наше внимание. Мы дали ему три ретранслятора и послали установить их на три удаленные друг от друга радиовышки. Это позволило бы нам определить координаты источника. Увы, на Эйса кто-то напал сразу после первой вышки, забрал его дневник и последние два ретранслятора. Ну, хреново, конечно. Так. Ретранслятор. Что за ретрансляторы? Варгис нам отвечает: если нужны технические подробности, когда вернетесь с цитадель, поговорите с нашим спецом по радиотехнике Уэйдом Вудсоном. Все, что я знаю, ретрансляторы нужно устанавливать на радиовышки, чтобы определить источник сигнала. Понятно, вышки. Где находятся вышки? Я покажу вам расстояние, расположение вышек, когда вы найдете ретрансляторы. Все по порядку. Хорошо. Ты говорил про дневники. Не знаю, но при Эйсе его не было. Постарайтесь найти. Там могут быть какие-то наводки на причину его смерти. Сигнал несет себе угрозу, сэр. Голос меня сильно встревожил. Он нес какой-то бред о том, что в будущем человек сольется с машиной. Более того, говорил еще и про нас, про Рейджер. Якобы он сейчас займется нами. Да? Ну, мы рады, что получили задание, сэр. Но мы точно справимся? Я понимаю. Вы только пришли, а я отправляю вас на задание, которого одного Рейджера уже погубило. Но выбора у меня нет. Рейджеров очень мало. Все ветераны при деле. Отряд Эйбл и Чарли на Западе пытаются не допустить, чтобы войнушка превратилась в геноцид. Отряд Бейкер на Севере ищет проход через радиационное облако, отрезавшее его нас от Вегаса. Боюсь, остается надеяться только на молодежь. Молодежь, это мы-то молодежь. 40, 37, 30 и 35. Да. И что мы выбираем? До свидания. До свидания. Слушай, другой кнопки не было. Чего ты сразу раскричался? Не нужно уходить, новобранцы, пока я еще не закончил говорить. Слушай, все командиры, которые в погонах, все время-то послушайте сюда, я вам что-то скажу, стойте на месте и слушайте. А мы что делаем? Мы вообще не двигались никуда. Как стояли, так и стоим. Так-то лучше. Задание у вас такое. Обыскать место, где было найдено тело Эйса. Постараться найти его дневник или трансляторы. Затем связаться со мной по рации. Если трансляторы работают, я, может, поручу вам доделать работу Эйса. Ну, вообще шоколадно. Знаю, Эйс Аблан поохотится за убийцами Эйса. Если найдете их по пути, отлично. Но основная задача – определить источник сигнала. Сначала нужно разобраться с новой угрозой, а уж потом можно мстить за Эйса. Место. А где это место, сэр? Где-то на дне пути отсюда на восток. День пути, наверное. Я отмечу на карте. Нажмите пробел. Пробел. Вот тут вот, да, радиовышка. Цитадель. Места радиовышка. There you go. Вот так. Так, ну, теперь-то, наверное, до свидания. Good luck out there, recruits. А, еще вот здесь вот пишет. Прикольно. Так, это что у нас? Глаз посмотрел. Левое. Левое взять. А посмотреть. Правая мышка. Навыки общения.
Рейнджера, от лица которого ведется разговор, можно переключать, нажав на портрет нужного персонажа. Каждый рейнджер обладает собственными сильными и слабыми сторонами. Ну, судя по тому, что есть у меня, у нас получается задира Костик, курящий у нас Димка. Светка очень классно подлизывается. Ну и, соответственно, я хитро сделанный, на чем сижу. Так, а Димка у нас, как он мне говорил, у него есть зоркий глаз. Видеть то, что не замечают другие. Это важно. Так, бух, и мы все вокруг видим. Если ты у нас все вокруг видишь, и ты у нас самый сильный, ты у нас возьмешь лопату. Взять. Так, смотрим, что у нас еще. Ключевые слова. Трентентентен. Можно не только выбрать ключевое слово, но и ввести его в диалоговое окно. Внимательно читайте диалоги, так как они могут подсказать скрытое ключевое слово. Хорошо. Использование предметов. Разместите часто используемые предметы или навыки на панели быстрого доступа, кликните по ней правой кнопкой мыши, а затем выберите предмет из всплывающего окна меню. Некоторые навыки и предметы используются пассивно, на панели их разместить не удастся. Окей. Дневник. В журнале содержится информация о принятых вами заданиях. С помощью кнопок, расположенных в верхней части страницы, можно посмотреть информацию о текущих или уже выполненных заданиях, а также о тех, которые вы пометили как важные. Вы также можете сортировать задания, выбрав пункт «Сортировать по» в раскрывающемся списке. Так, это у нас дневник, вот он. Разрешенное, текущее, отмечено, приоритет. Приоритет. Компас, карта мира. Понятно, закрыть. Так, еще одна подсказка всплывающая у нас. Это рейнджеры могут решать различные задачи с помощью широкого ассортимента навыков. Использовать их просто. Выберите навык на панели быстрого доступа и наведите курсор на подходящую цель. Рейнджер подойдет к цели и начнет применять навык. Такой порядок использования активных навыков. Некоторые навыки являются пассивными. Напрямую их использовать не нужно. К этой категории относятся навыки владения оружием. Они применяются автоматически, когда вы пользуетесь определенным оружием. Хорошо. Так, что это у нас? Выстрел в голову. Не 100, а 200%, но минус шанс попадания. И 2 от очки действия, наверное, да. Пригнуться. Шанс попасть плюс 10% и 20%, чтобы уклониться. Это что такое? Это почему не активно? Так, ну, наверное, когда активно будет, будет понятно. Так, это сменить оружие. Понятно. Это. Ну, попозже тогда поймем, что это. И перезарядить. АП. Урон, боеприпасы, пробивание брони и шанс критического. Шанс критического 0. Дертическое оружие наносит больше урона тяжелой броне. Если броня противника пробита полностью, оружие наносит сниженный урон. Если броня не пробита, вообще оружие наносит повышенный урон. Понятно. И чем тебе, Костя, интересно, понравилось это оружие? 6,8 урон. Так. Светик. Так, у тебя пистолет и штурмовая винтовка. Рюкзак. А вот и рюкзак. Так. Боеприпасы. 5,56.
Вот. Почему нельзя зарядить? Нельзя зарядить, да? Пусто так. Оружие перезаряжено у всех. Да, почему? Здесь чего? Тоже ничего нету. Понятно. Угу. Группа сгруппирована, пробел. Пробел. И как мы ходим? Ага, правой кнопкой ходим. Правой осматриваемся и правой ходим. А левой... А я левой нажимал, а не правой. А тут без разницы, левой и правой можно нажимать, то же самое будет. Понятно. Так, это что у нас? Обезболивающее. Так, атрибуты. Навыки. О, все под рукой, хорошо. И описание у нас. Описание. Вот это новое. Хорошо. Использовать. Использовать на себя. Добавить на панель навыков. Вот, четверочка будет. Отлично. Так, Светка у нас будет нас лечить. Медикаменты. Медикаменты. Просто. Да, кстати, мы все курим разные сигареты. Светик у нас не курит. Костик закурил после апокалипсиса, а все остальные и так были курящие. Понятно. Так, ну, приблизительно мне понятно. Так, теперь с движением. Так, камера двигается, приближается, вращается. Ну, в принципе, я думаю, стандартно. Это у нас... Для каждого оружия свое. Так, вот все-таки пистолет еще был. Да. Да-да-да. Ну, походу, еще разберемся. Так. Значит, кто у нас ходит? Двигаемся все, пробел получается. Правой кнопкой мыши и осматриваем территорию. Вдруг что найдем? Мы здесь на территории новенькие. Камушки больше ничего брать нельзя, с ними поговорить тоже нельзя. Нафига здесь-то колючая проволока, чтобы башни... Это что у нас? Ретранслятор. Не подходить, ничего не делать. Ух ты! Так, майор, гренадер, нуб, гипис. Или кто ты? Вы замечаете, у него на бедре огромный двухствольный пистолет. У нас ворота дальше. Давай подойдем, побесим. Задира. Задира Костик. Майор, приветствую цитадель Рейного Братца. Генерал приказал мне вас не пропустить, пока вы не... Костян, давай, 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 скажи ему. Не пускать? Как тебя и не пустить, да? А кто нас остановит, Костик говорит. А, уже понты кидаете, вот как. А Костик такой, смотри, какая у него пушка. Он сейчас шмальнет и мало не покажется. Нет, в дверь вы не пройдете. Но боевой настрой мне нравится. Думаю, нужно вам что-нибудь подкинуть, чтобы ожидание было не таким тяжелым. Есть у меня кое-какая игрушка, интересует? А у других это будет активно? Да, интересует. Я его называю брыкливым мулом, потому что легается он отлично. Двуствольный кремниевый пистолет врагов может превращать в томатную пасту, если стрелять футов с 10. Я раньше с ним ходил в дозор, но теперь застрял в караульных. Работы для такого оружия мало. Можете взять, если пообещаете применять его с толком. Обещаю, конечно, давай. Мне лишняя игрушка не помешает. Держите, обращайтесь с ним хорошо, тогда он и не подведет.
Стоит ли в двери теперь? Ну ладно, уговорил. Не будем мы входить. Что ты нам дал? Так, это Костик. Пистолет. А я его могу использовать? Могу. Дополнительный урон. Патроны как от дробовика. А мы вот так вот можем? А почему мы не правой кнопкой? Да без разницы. Ну, давай зарядим его. Оружие перезаряжено. Так. Давай, веди нас, Димка. Ты у нас тут все смотришь. Поворот камера. Я уже понял, да, я уже повращал и понял. Преодолеть, отдалять, да, и стрелочками вращать камеру. Да, понятно. Стандартный вариант. Это что у нас? Сюда нельзя. Сюда можно. Что это? Посмотреть. Вода. И чистый на вид. Тут можно пополнить флягу. Ваши фляги заполнены доверху. Ваши фляги... Ага, вот они, фляги. Они у всех заполнены. Набор фляг, модификация, максимальное количество воды. Хорошо. Капрал Сальвек Севас. Давай побеседуем. Да пожилая женщина в форме. Да какая же она пожилая-то? В самом расцвете сил. Да еще и симпатичная. Занята сортировкой ящиков и подсчетом товара. Если бы не одежда, она была бы похожа на заботливую бабушку. Вы готовы поклясться, что от нее пахнет свежим домашним печеньем? Ну, вообще-то, был апокалипсис. Я думаю, здесь особо разбираться-то и не надо. Капрал Сальвек Севорс. Ну, привет, новобранцы. Хорошо, что заглянули к Сальвек. Сольвейк. Я всегда рада поговорить. Мы с вами подружимся. Так приятно видеть новые лица. И еще приятно, когда знаешь, что у них теперь есть все необходимое, чтобы выжить во внешнем мире. Спасибо. Так, у нас Светка. Подлизаться. Подлизаться. Подружись с ней. О, ничего же интересного. Я выросла в деревне здесь неподалеку. А когда рейнджеры заняли цитадель, уже была дважды бабушкой. Я видела, столько добра рейнджеры делают. Дети перебрались в другие деревни, а я осталась тут. Пожилым на тренировках нелегко, но я собралась и все же заслужила свою звезду. Может, в полевых операциях от меня и мало толку, но я умею следить, чтобы все были накормлены и одеты. А еще я со свирильным станком управляюсь лучше всех. Генерал Варгас поставил меня помогать сержанту Мелсону управляться со снаряжением. Еще я помогаю капитану, наверное, в мастерской, когда время есть. Ты так много наговорила, время уже позднее, у меня уже голова перестала работать. Так, давай я поговорю, я все-таки командир. Ну, давай про генерала что-то знаешь. Он как новый генерал Паттон, разбирается в стратегии и умеет принимать сложные решения, но и сострадание ему не чуждо. Ну, а про сержанта что скажешь? А он надежный друг, хороший интендант. Без него мы бы ели песок и подтирались кактусом. Это типа юмор был, да? Такой. Ну, а про капитана что скажешь? Никого у меня и не встречал. Ты со мной поговори. Вот ты сейчас разговариваешь со мной. После вот общения со мной ты должна изменить свое мнение.
Нас собирают лазеры и очистные системы, как я... Никого умнее ее не встречала. Ее. Нас собирают лазеры и очистные системы, как я пироги пеку. А, как ты пироги печешь, она собирает лазерные, понятно. Так, Цитадель Рейнджеров, что вы об этом вообще знаете? А мне нравится это место. Когда я была моложе, тут жили какие-то чудики, боготворившие довоенный хлам, даже если не знали, что, зачем и как называется. А еще они никого к нему не подпускали. Ну, не мне их судить. Они-то думали, что все делают правильно. А поторговать можете ли нам... Можете нам снаряжение подбросить? Необходимое. Ну, поскольку ничего нам не дается легко в эти времена, я не смогу вам помочь бесплатно. Поверьте, хотела бы. Но для наших рейнджеров мы держим цены как можно ниже. Ой, еврейская ты натура. Все вы так говорите. Будете поблизости, заглядывайте за самым ходовым. А когда получите пропуск, цитадель, еще и пропуск туда подцепу... бюрократия везде. Там увидите и более ценные товары. Ну, еще бы, там же за пропуском. Поговорите с сержантом Мелсоном. Это, наверное, отдел кадров, я так понял. Хотя нас уже приняли в рейнджеры. Как попадете внутрь. Так, а Светкин может? Светик? Не? Поторгуйся с ней. О как. А можно с ней торговаться. Ну что, здорово. А у нас лом группы. Лом группы. Это все члены группы. Вот это на все распространяется. Оружие, броня, патроны, прочие предметы. Полезные предметы. Барахло. У нас нет барахла. Ни у каждого в отдельности, ни у всех вместе. Сигареты уже наверняка никто не упускает, поэтому... Че продавать-то? Ой. Тут как-то есть посмотреть то, что на тебе. Ну что, короче, у тебя есть? У тебя есть фигурка. Дрессировщик, противоядие. Много противоядия. Простая аптечка. Так, простая аптечка. Нужна хирургия 1. Ну, у Светки-то вроде есть. Восстанавливает 50 во время восстановления, 10 после восстановления. Так, обезболивающий восстанавливает 12 очков здоровья. Набор для накладывания швов хирургии. Требуется эффект от хирургии 1. Устраняет все эффекты кровотечения. 220 баксов. 450 баксов. Чё так все дорого-то? 600 баксов. Офигеть. Офигеть. Динамит. Почему-то по одному просто разброс. Если патроны пачками... Ну все пачками, это по одному. Доска с гвоздями. Обрез. Ну, я так понял, надо привыкнуть будет к еще к атрибутам, кто ведь продать торговлю. А, какой? Что у нас такое? Прицел. Применяется к револьверам, штурмовым винтовкам. Ну, в принципе, понятно все. Подсказочки. Ну да, сегодня пока ничего. Ты, мы тоже рады знакомству тебе. Так, это что такое? Барахло. Так, побеседовать. Так, беседовать буду я. Один из рейнджеров сказал нам, что новичков обычно... что новичков берут в команду, на освободишься мент. Ну, вам пока везет, все живы пока. Спасибо. Один рейнджер сказал... Ну, вот
что, все залатили одно и то же, что ли? Так. Это что такое? Войти в район... Ну не, мы еще по базе не походили. Я так понял. А карта М, да? Мы тут были, сюда. А вот это вот люди, да? Анжела. Амперфорд. Мэтт Кастас. Мэтт. О! Где-то я такую еще видел. Осмотреть. Кажется, здесь что-то закопано. Димка. Не служба, а в дружбу. О, прикольно. Процесс. Забрать все. Давай глянем. Дим, ты очки ты можешь одеть украшения? Это ж голова. Рюкзак, куртка, броня, украшения. Защита от радиации. А, ну скромненько, то есть не так много всего на себе таскать. Давай с ним поговорим. Давай с ним поговорим. Почему я с пистолетом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отмена. Так, у нас вот винтовочка будет. Пистолетик. Нет. Да что ж. Сейчас стрельнет, небось. Вот так. Снайперка. Да, вот теперь нормально. Подготовились и пойдем беседовать. Извините, не могу сейчас говорить. Надо граффити. Лоу. Чистить. Мы всех без шапки. Он в шапке. Как бы в пустыне не простудиться. Не заболеть. Не заболеть. Тимка, давай, давай, давай. Я в тебя верю. Ты должен где-то есть контакт. Четвертое. Так, мы выключили уже пистолет и нарыли барахло. Еще барахло. Еще барахло. Ну. God damn it, Ace. You never should have put down the wrench and picked up the gun. Анжела, ты дурак ты, Ace. Дурак ты, Ace. Не нужно было откладывать гаечный ключ ради винтовки. Зеркальце и 38-го калибра. А для чего у нас 38-й калибр? Давай распределить. Ух ты, прям вообще прям везет. Мы черные копатели. Вернее, Димка, черный копатель. Кормилец ты нашел, ты патроны нашел, табак нашел. Ну вообще, будем махорку крутить. Так, выбираем дядю Толю, типа меня. И беседовать, да, поговорим. Sorry about the waterworks. I'm still pretty broke. Шмыгает носом. Да плачу что-то. Все еще по Эйсу горю я. Я Энджи, а вы, наверное, новички, которых Варгас натаскивает. Господи, вы же совсем дети. Блин, мы неделю био составляли, писали возраст. Неужели нельзя было посмотреть, сколько нам? Вроде не рыжие. Хотя не, рыжие. Ой. Да ты тоже, я смотрю, не шибко молодая. Мы не дети. Да уж, извините. Ну, да. Ты вначале посмотри, а потом тогда делаю ему заключение. Ну, хорошо, что не собаки, ладно. Котята так котята. Вы мне нас напоминаете. Змей, клинок, молотильщик и я. Когда мы еще только начинали, думаю, что весь мир спасем.
что никто не умрет. Я пробел. О, Господи, да не надо меня слушать. Молодость, это ж, конечно, хорошо. Оптимизм, замечательно. Если бы мы тогда были такими ворчунами, как сейчас, никто бы и не попытался изменить мир. Так что вперед, малыши. Может, в этот раз получится. Спасибо тебе. Куртка у тебя симпатичная. Давай поговорим про то, что ты плачешь, про Эйса. Каждая утрата ранит, но это, ох... Эй же даже не был рейнджером. Он больше шиферил для Фарана, Брайга и Вегаси. Чинил всякое. Когда база Кочис начала посылать машины смерти в пустыне, Брайга отправил Эйса на юг, чтобы нанять роботов-бойцов. Мы с ним встретились в Арце. Он там что-то достал, его велели запереть, мы все разрулили. Потом, после этого, он решил с нами поработать, помочь управиться с Кочис, и так и не ушел. Варлс ему даже потом дал форму и шляпу, но в списке не вынес, кажется. Просто Эйс был вместе с нами, а теперь... Черт возьми, Эйс, я знал, что будет проблема. Знала. Проблемы? Вы думали, что задание Эйса закончится бедой? Он работал над тем же, что Варгас поручил вам, пытался отследить радиосигналы из-за пределов карты разведанных земель. Мне все казалось научной скукотищей, но потом Эйс сказал, что за ним кто-то следит. Я попросил его взять меня с собой, когда встретила у рельсовых кончевников, чтобы отдать ретрансляторы. Но он велел мне возвращаться на базу, сказал, что уже собственной тени боится. Потому что те сигналы его здорово напугали. Нужно было пойти с ним. И почему я так не сделала? Так, рельсовые кочевники, вы там встречались, да? Рельсовые кочевники. Было бы отличное местечко, если бы Аткинсоны и Топиканы расцеловали друг друга и помирились. Я уже не помню, из-за чего они повздорили, но у них так много старой железнодорожной техники, что если бы они работали вместе, то дали бы нам настоящую железную дорогу. Вместо этого пытаются друг другу голову свернуть. Идиоты! Согласен, лучше помириться. Так, ретрансляторы. Особо подробностей не знаю. Бла-бла, всякое про передатчики в направлении север-юг, отражение сигнала от туч. Вудсона спросите, он у нас гений электроники. Сержант Вудсон. А Вудсон? Радиотехник. Уэйд Вудсон. Да, знаю, он тот парень, благодаря которому вы слышите Варгаса во время дозора. Ремонтирует аппаратуру, следит за частотой сигнала, а еще может все уши прожужжать о платных, печатных частотах и всяком таком. Но вы с ним повежливы. Он часто бывает единственной вашей связью с базой. Угу. Радиотехник, Вудсон с ним повежливый надо быть. Радиопередача. Ис дал мне послушать записи. Там не так много можно разобрать, но все равно волосы дыбом ставим. Какой-то парень говорит о превращении людей в машин, или машин в людей, или еще какой-то бред. А потом вдруг заводит речь о нас, о рейнджерах. Говорит, что из-за нас все беды, что нас нужно уничтожить, чтобы стало возможно... Это светлое будущее. Вот вопрос, кто он? Откуда? И чего он от нас, на нас взъелся? Хорошо, а про генерала что скажешь? Лучше, чем он бы хотел. Лучше, чем он бы хотел. В свое время генерал был из нас самым чокнутым.
Но после уничтожения базы Кочис, часто это стало повторяться, Кочис стал самым нормальным. Теперь тут всем рулит и отлично справляется. А я по-прежнему хожу в дозор и отвечаю на вызовы по рации. Сразу видно, насколько велики мои амбиции. Ты в дозоры ходишь? Кочис, Кварц, Змей, Адский... Ну, давай про Кочи спросим. Там часто... Старая армейская база, еще довоенная. Там у рейнджеров было самое большое снаряжение. Главный компьютер базы спятил и начал отправлять роботов, чтобы те убивали людей. Чтобы его угомонить, пришлось попотеть. Буквально утопили его в крови. Вот тогда я и стала капитаном Дед. Компьютер. Ага, искусственный разум базы Кочис. Не знаю, с чего вдруг сломался, наверное. Всех считал своими врагами. Хотел всю планету очистить. Где этот кварц? Ну, о котором ты говорила выше. Это я и не помню, давно там не было, даже не знаю, существует ли он еще. Спросите молотильщика, он вспомнит. Хорошо, а молотильщик? Теперь его лучше звать Гилбертом. Раньше-то он был похож на медведя, большого и ворчливого, разговаривал почти по-медвежьи. А потом его здорово потрепали роботы на базе Кочис. Больше в дозор он не может ходить. А ты можешь, да? Любой другой командир выпер бы его из отряда, но Варгас старых друзей не бросает. Пристроил его на работу в музей. Ну и кто мог подумать, у старого медведя обнаружился талант картографии. С тех пор он потихоньку размещает наш уголок пустыни на бумаге. Вот так бывает. Адский клинок. Что случилось с адским клинком? Его тоже не стало. Отправился в дозор несколько недель назад и не вернулся. Не знаю, умер, самоволк или перешел к скорпионам. К скорпионам. Не отвечает по рации, и никто его не видел. Тут можно, наверное, сутки разговаривать. Я страшно по клинку скучаю. Он был неразговорчивый, тяжело с людьми сходился, неуклюжий. Но если случалась беда, на него можно было положиться. Он надежный. Прозвище-то неспроста. Резкий, как бритва. Страшный, как черт. Адский клинок. Понятно. Так, ты про красные скорпионы что-то говорила, Анжела. Вам об этих сволочах не рассказывали на водной? Ну, тогда я это сделаю сама. Был, в общем, момент, когда мы бросили тюрьму и перебрались в цитадель. А вот скорпионы – это те, что заняли освободившуюся тюрьму. Логично. Они тогда были просто шайкой налетчиков, но с тех пор организовались, стали называться ополченцами, ведут себя словно бы они рейнджеры Восточной Аризоны. Ерунда. Брать деньги за защиту не то же самое, что защищать. Я вот здесь вот абсолютно с тобой согласен. Они требуют платы с поселений, а если те не соглашаются, то получают зубы. Ну и тоже можно, в принципе, понять. Каждый зарабатывает в меру своих способностей. Рейнджеры так себя не ведут. Поэтому мы здесь, с тобой, а не со скорпионами. Мы живем на пожертвования, собираем ничейные вещи. Черные копатели. Восточная Аризона. Восточная Аризона. Что ты можешь рассказать про Восточную Аризону? Это вся территория между тюрьмой и радиационными облаками на востоке. Там есть несколько мелких поселений и ферм, которые скорпионы называют своей землей. Рейнджеры патрулировали те края, пока не перебрались сюда. Раньше нам все там было известно. Но за 15 лет много могло измениться. Кто знает, может там сейчас тихо и мирно, как скорпионы говорят. Но что-то мне не верится. Так, мы узнали про радиацию. Радиационные облака. Это край света, границы карты, то еще пекло, куда не стоит соваться, если не хочешь поджариться. Облака перемещаются из-за ветра, но с каждой стороны света есть постоянная горячая точка. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке.
до того, как пошли те радиосигналы, казалось, что облака бесконечны, и ничего на Земле не осталось, кроме Аризоны. Но выходит, есть еще люди. Может, в мире все хорошо. И только мы живы в аду. Вот был бы номер. Но теперь я не знаю. Радио не работает, телевизоры не показывают. Радиопередачи. Вы слышали про те странные радиосигналы? Эйс дал мне послушать записи. Это мы уже слышали. А змей? Значит, генерал Варш раньше звали Змеем. В те времена он был на редкость крутым, но все ушло, наверное, забот сейчас у него многовато. За всех приходится отвечать, он в настоящем бою-то не был уже лет 10, наверное. Ну, понятно. Да мы тоже вот давно не были в бою. Хотелось бы и пострелять. Ладно, слушай, Варгас вас попросил разобраться в гибели Эйса, потому что решил, что мне горе помешает это сделать. Боялся, что я сорвусь и половину Аризон пущу в расход. Разыскиваю убийцу. Мы с Эйсом, ну, мы вместе сражались почти 20 лет. Я обязательно за него отомщу. Да, я знаю, что нарушаю приказ, но если возьмете меня с собой и дадите сделать выстрел в нужный момент, я вам помогу. Может, дам пару полезных советов по пути, а уже я уже не такая молодая и быстрая, но пустыню знаю, как свои 5 пальцев. Ну что, договорились? То есть, если я скажу «да», ты пойдешь с нами, да, и будешь... Свет, ну, я думаю, ты не против, если будет 2 дамы в команде. Я, в принципе... А ребятам тоже надо с кем-то общаться. Давай возьмем. Да, мы ее взяли. Отлично. Мне нужно... Не нужно говорить Варгусу, почему я с вами. Если кто спросит, я просто помогаю войти в курс дела. Ясно? Конечно, ясно. Вон у нас это ребята, вон что... Костик, да? Костик. Скучно будет ему идти. Ну или вообще Димке будет скучно ходить. Ну, в общем, мы согласны. Ладно. Так, спутники. Во время своих странствий вы встретите людей, которые захотят присоединиться к группе при выполнении определенных условий. А новых членов группы можно будет использовать точно так же, как и рейнджеров, из которых она изначально состояла. Ну, то есть, из нас, да? Не забывайте снаряжать новобранцев и повышать их характеристики, когда они получают новый уровень. Примите к сведению, что каждому персонажу свойственны определенные особенности характера, и он может вести себя неожиданно. Ну, то есть, короче, я псих, Костя псих, и вот это псих. Короче, все мы психи. Сейчас и Светка начнет психовать. Ну, в общем, отряд психов, рейнджеров, то бишь. Понятно. Так, ну, нужно сделать тогда остановку и передохнуть. Итак, вводная часть и подготовка к нашему путешествию, я так понял, закончилась. Следующая серия начнется с этого места, и мы пойдем на первое свое задание. Всем огромное спасибо.